так лежит, кися. Как нам определить, что щенок мопса наелся? Сейчас я вам покажу. Вот так. Из контрольных дырочек у него должно вытекать молоко. Вот так. Значит, бак полный. Все под завязку. Okay. Это что? О, полнёхонько коробочка. А, ну это вытерлось уже. Но тоже вон видно. А, какие они. Кто наелся, кто не очень.